И всем привет, всем доброго времени суток, дамы и господа. В этот раз я подготовил топ-5 лучших игровых ноутбуков до 100 тысяч рублей в 2024 году. Mochinike L17 Satellite. Это мощный игровой ноутбук, разработанный для геймеров, которым требуется высокая производительность и безупречная графика. Ноутбук оснащен мощным процессором Intel Core i7. Это обеспечит высокую производительность и способность обрабатывать самые требовательные игры и многозадачные задачи. Ноутбук оснащен мощной графической картой RTX 4050, которая обеспечивает потрясающую графику и высокую производительность. Благодаря этой графике вы сможете наслаждаться игровыми сценами с высокой детализацией, реалистичными визуальными эффектами и плавным игровым процессом. Ноутбук поставляется 16 ГБ оперативной памяти, позволяя без задержек запускать самые требовательные игры и выполнять сложные операции. Имеется возможность расширения памяти для еще большей производительности. Ноутбук обладает качественным ярким дисплеем с высоким разрешением. Это обеспечивает четкую детализированную графику, а также плавное отображение игровых сцен. Ноутбук оснащен эффективной системой охлаждения, которая помогает предотвратить перегрев компонентов во время интенсивных игровых сессий. Mochinike L15 Pro Pulsar XT. Это мощный игровой ноутбук, специально разработанный для геймеров. Ноутбук оснащен мощным процессором Intel Core i5-12650H. Он предлагает высокую производительность и способен обрабатывать самые требовательные игры и многозадачные операции. Ноутбук оснащен мощной графической картой RTX 4050, которая обеспечит потрясающую графику и высокую производительность. Благодаря этой графике вы сможете наслаждаться игровыми сценами с высокой детализацией. Ноутбук поставляется 16 ГБ оперативной памяти, позволяя без задержек запускать самые требовательные игры и выполнять сложные операции. Дополнительно предусмотрена возможность расширения памяти для еще большей производительности. Ноутбук обладает качественным ярким экраном с высоким разрешением. Это обеспечит четкую и детализированную картинку, а также плавное отображение игровых сцен. Mochinike оснащен эффективной системой охлаждения, которая сохраняет производительность ноутбука и предотвращает возникновение потери кадров в играх. Gigabyte G5 KF. Это мощный игровой ноутбук с высокой производительностью и потрясающей графикой. Ноутбук оснащен мощным процессором Intel Core i5-12650H последнего поколения. Это обеспечит быструю обработку данных и выполнение многозадачных операций, что является ключевым фактором для плавной работы игр. Ноутбук оснащен мощной дискретной графической картой RTX 4050, которая предлагает потрясающую графику и высокую производительность. Благодаря этой графике вы сможете наслаждаться играми с реалистичной графикой и плавным визуальным опытом. Ноутбук также имеет 16 ГБ оперативной памяти, чтобы запускать самые требовательные игры без задержек. Установленная оперативная память может быть расширена для обеспечения еще большей производительности. Gigabyte оснащен качественным экраном с высоким разрешением. Это обеспечит яркую, четкую и красочную графику в играх. Дисплей также имеет высокую частоту обновлений, что позволяет наслаждаться плавностью и отзывчивостью изображения. Ноутбук оснащен эффективной системой охлаждения, которая позволяет сохранить оптимальную производительность и предотвращает возникновение потери фреймрейта. Asus TUF Gaming A15. Это мощный игровой ноутбук. Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 7 7035HS, который обеспечит высокую производительность и отличное соответствие требованиям современных игр. Процессор обладает высокими тактовыми скоростями и многопоточностью, что делает его отличным для многозадачных игр и потоковых трансляций. Он также оснащен мощной дискретной графической картой RTX 4050, которая обеспечивает потрясающую графику и высокую скорость кадров. С такой графикой вы сможете наслаждаться визуальными эффектами и детализации игр на высоком уровне. Ноутбук поставляется 16 ГБ оперативной памяти DDR4, что обеспечит плавную работу игр и быструю загрузку. Также есть возможность расширить память до 32 ГБ для более требовательных задач. Ноутбук обладает 15,6-дюймовым Full HD дисплеем с высокой частотой обновления. Это позволяет наслаждаться яркой и четкой графикой, а также плавным геймплеем без размывания изображения. Ноутбук обладает прочным и износостойким корпусом, способным переносить интенсивное использование и путешествия. Он также имеет систему охлаждения с эффективными вентиляторами, которые помогает предотвращать перегрев и поддерживать низкие температуры во время длительных гейминговых сессий. Mabeband X677. Устройство выполнено из прочных материалов, что обеспечит долговечность и довольно привлекательный внешний вид. Ноутбук оснащен мощным процессором AMD Ryzen 7 7035H. Это позволяет запускать самые требовательные игры без задержек и снижения производительности. Для обеспечения высокого качества графики ноутбук оснащен дискретным графическим процессором RTX 4060, который обрабатывает сложные визуальные эффекты без проблем. Благодаря этому игроки могут наслаждаться потрясающей детализацией и плавностью изображения. Встроенная память в ноутбуке составляет 16 ГБ, что обеспечит быструю загрузку игр и снижает время ожидания между действиями в игре. Ноутбук имеет 17-дюймовый экран с высоким разрешением, что создает яркое и четкое отображение. Высокая частота обновления экрана позволяет геймерам наслаждаться плавной геймплейной картинкой без размывания. На этом мой топ лучших игровых ноутбуков на распродаже 2024 года подходит к концу. На канале в Telegram Spectrum вас ждет еще больше интересного контента. Ставь лайк на этот топ. Если он был тебе интересен, оставляй комменты, подписывайся на канал и до встречи в новых роликах. Всем пока!